А вот тут у нас подошел сотрудник компании Sky Production Кирилл, мой коллега, и он нам расскажет, откуда вообще появился этот замечательный аттракцион. Значит, изначально он появился в 80-х годах и использовался только в компьютерных играх, в финарте, в 3D. Вот, дальше его начали использовать в мультиках, в художественных произведениях, в фильмах и так далее. Сейчас же его можно использовать для рекламы компаний, брендов, например. Также можно заказывать на корпоративы, чтобы развлекаться. Также очень огромное количество людей прямо облепили. Доску. Дети прям не отлипают от нее. Ну, у меня остается последний. Будет очень, например, прекрасно ее заказать на детские прайсы какие-то. Или специально использовать для специальных школ. Кирилл, а расскажи нам, пожалуйста, каких размеров вообще бывают эти доски? Смотрите, стандартный размер от 1200. А так можно заказать от 1500 до 3000. То есть 1500 до 3000. Скажи, любой ли цветовой камеры мы можем? Друзья, проходите, Следующий можем сделать черный или прозрачный. Можем сделать прям цветные, каждый пин отдельный цвет. Вы можете, например, если вы директор компании, поставить эту стену у себя в офисе, прижать свой логотип, и будет у вас замечательный декор, или где-нибудь на корпоративе. Обращайтесь, компания Sky Production. Вы только посмотрите, как интересно детишкам. Они просто не могут оторваться. Они просто облепили ее с двух сторон. И здесь дети, и здесь дети. А сейчас мы спросим у посетителей, как им этот аттракцион. Вам стена. Ну говори смелее. Смотрите, ребята. Такая вот штука. Что вы думаете о этой новинке в ивент-индустрии? Можно у вас спросить? Что раньше детям не надо было для этого ехать в торговый центр. Им хватало песка во дворе. Ну, а теперь им это не интересно. Они куда-то пытаются вытащить родителей. Отличный способ найти себе свободное время и чем-то занять детей. Если вам нужен пинбол, контактная стена, обращайтесь в компанию Sky Production, и она у вас будет в самый короткий срок в любом цветовом решении, размере и великолепном качестве. See you soon!